Здорово, здорово, ребят. Ну что, значит, продолжаем играть в Код Вероник. Я переиграл, участок игры, там, где у меня не хватало патронов. Каких-то там пауков, допустим, я пробегал, собак мочил с ножа, некоторых зомби тоже опять оббегал стороной. Короче, максимально старался сэкономить патроны. И перед сценой с битвой на Сферату, которая сейчас будет, я подобрал снайперскую винтовку. Ну, как говорится, посмотрим, что получится. Продолжаем. Вот она, снайперка. Подобрал ее, получается, перед кат-сценой. Сэкономил, значит, я соточку патронов. Ну и взял с собой немного хилов, ну и всякой вот этой дичи. Посмотрим, насколько у нас получится завалить Носферату, но валить его надо, скорее всего, с этой снайперки. Хорошо, поехали. Идем. Давай, идем. Ты что, боишься? А то в прошлом стриме у меня... Нет, не было, да? Наверное, не выспался. Сегодня не было, сегодня ночная. Шевелись. Нет. Так, это у нас стик улетает за борт. Просто раз в конце стрима у меня на этого клоуна не хватило тупо патронов. Ну, тут фишка как раз вот в этой снайперке, которую я подобрал. Она у него хорошо сносит здоровье. Главное четенько попадать ему в очко. Когда хорошо. Так, первый. У меня всего 7 выстрелов. Давай, идем. Ты что, боишься? Я уже пробовал этого клоуна замочить. Мне хватало, в принципе, 7 выстрелов. Вот с этой вот порубаечки, да, бля. И буквально один выстрел. Сука, норма.
с этим. Ставим на вооружение. Давай, идем. Ты что, боишься? Что-то молодая какая-то, как криминальная натина. Так, все, валить, валить надо. Надо валить. С него очень сложно съебать, я не понимаю, как он этого. Ну, диаметр поражения того облака, насколько он умеет. Нет, домашний. Вот пиздец. И никак не свалить еще. А и заебись. И патронов нет. Так, давай, снова ставим вот эти стрелы. Thank you.
точно ему попадаешь, его подкашивает хорошенько. Вообще, он все время это провисел на одной руке. Лэ, на твоей одной сильной руке самой. Тёлка почти одной рукой сбросила мужика. Ну, а сколько он у тебя? Килограмм 70 есть. Заебись, это работает. Извини, я подвел тебя. Кстати, у чувака шнурков нету. И ноги не квадратные. Вместе идём. С коленками, блядь. Главное, плечи покаты, морда и этот, как его, сделано в анимешном стиле. Гладенько все. Что в следующий раз, а коленки, блядь, квадратные тебя. Просто. Как с первой плойки. We did it. We're finally... Мы, говорит, сделали. Мы смогли съебаться, говорит, отсюда. Смотри, вон стоит Сноумобиль. Причем слова телки не перевели, а мужика перевели. Это расовая... Ой, не расовая, это дискриминация. Да, поехали. Сексизм, так сказать. Ну вот, значит, они куда-то поехали с этой базы. На снегокате. На аргамаке. Я не забуду это, Клэр. А этот все подстреленный ходит. Не волнуй, если не ошибаюсь, раза три стреляли. Алексия. Только сейчас попали. Алексия, это походу его сеструха. Но мне кажется, это какой-то типа мутант выведен.
а жопу не покажут. Цензура. Алексия. Наконец-то ты проснулась. Алексия. Что это такое? Брательника наглаживает. Ну я, блин, не знаю. Тут постоянно какой-то закос этих катсцен, когда показывают брата и сестру. Тут реально на инцест какой-то. Это странно. Ну, а этих вездеход долбанул, какая-то щупальца долбанула. Откуда она взялась, непонятно. Это не объясняет ни хрена. Угу. Субтитры решили, короче говоря, не писать. Ну ладно. Тут фишка в том, что Крис... Следуя указаниям Леона, я пришел сюда. Угу. Крис Редфилд, значит, следуя указаниям Леона Кеннеди, приперся на остров, чтобы сестру свою спасти. Вроде остров. Ну или полуостров, не суть. За сестрой они такие. Замечательно прорисованная стена. Ну куча говна, походу. Ну, Крис Редфилд, как мы помним, герой первой части. Только он тут более смазливый. Я уже иду. Он тут более смазливый какой-то там, я не знаю, у него тоже анимешное ебло. Это странно. В первой части его рисовали каким-то более возмужалым, что ли. Он помолодел, скорее всего. Существует такое поверье, то, что можно обрести молодость, если высоко залезть на гору говна. Ага, теперь мы за него. В инвентаре, короче, у нас такое себе. И, короче, проход завалило, да? Зел трава, наберем что? Снова привыкаем к управлению великому. Я не ожидал увидеть на этом острове живых людей. Кто вы? Я пришел сюда, чтобы найти одну девушку. Девушку? Это же чувак с начала игры, который в тюрьме валялся. Он, походу, перемещается, паркируется. Тут полежать в начале вы игры. Вы сказали Клэр? Ведь вы ее знаете, верно? Не беспокойся о ней. Я помог ей. Недавно несколько самолетов улетели с этого острова. Вероятно, она была на борту одного из них. Ну, теперь ищи иголку в стоге сена. Спасибо, что помогли ей. Она, значит, свалила в Антарктику, а он тут, я теперь не знаю, никого не в Антарктике. Остался только один я. А вы уходите вслед за своей сестрой. Уходите с этого острова. А я, говорит, тут полежу еще. Помучаюсь. Ну ничего, пусть лежит. Я не против. Ну-ка, может он что-нибудь веселенькое даст? Похоже, он спит. Попиздел, короче, и вырубился. Нормально. Это мы делаем. Наведи свет на мою правую руку. Думаю, я могу отодвинуть каменную плиту. Убрать каменную плиту. Подожди. Она, наверное, не уберется. Может быть, зажигалку? А зажигалки нет. Давай так попробуем. Два пулемета, предметы.
Надо типа зажигалку, потом сюда подойти. Скорее всего так. Вот это вот что такое, сломанная плита какая-то. Кусок лежит. Могилы некоторые очень старые. Возможно, это были первые жители этого острова. Возможно, но как бы похуй. Это декорации. Так, взять ленту. Ну давай, допустим. Возьмем ленту, сохранимся. Стрелы снова дают. Но арбалета-то самого нет. Арбалет-то у бабы остался. Угу. То есть, короче, то, что мы собирали за бабу, это все осталось. Но... то, что у нее было в инвентаре конкретно, ну вот в этой вот правой части, они забрали, типа. Ну ладно, давай выложим, посмотрим, что там дальше. Ну и можно, в принципе, стрелы выложить. Это сейчас ни к чему. У меня ни арбалета, ни хрена нету. Но вот эти кейсы открыть нужна отмычка. Отмычку можно было раздобыть за Клэр, когда играешь где-то в середине игры, вернуться к этому чуваку в тюрьму и дать ему что-то. Тогда он тебе дает взамен отмычку. При каких условиях это надо делать, я так и не понял. Так, ну давай, наверное, что там, семерочку перепишем. Вот это вот. Какой-то комплекс. АР. Блин, он знает, что это за комплекс. Что-то я без оружия совсем. Все, выходим, короче, отсюда. Нихер тут больше дела. Странно, дали стрелы, но не дали арбалет. Опять этот чел. Ништяк. Я побегаю, я посмотрю просто, что можно сделать. У нас опять патроны даются. Бля, ну я на того еще дитяра патронов так-то потратил. И стрелы. Для арбалета. Ну а кто же знал, то, что этот арбалет надо выкладывать, потому что я сейчас вообще закрыться буду лобать. Я считаю, некоторые местах очень нечестно разрабы поступают в этом плане. Типа дают тебе, знаешь, там комнату, короче, в этой комнате два паука. Ты на этих пауков 50 патронов тратишь, и тебе пиздец. Ну и все, короче, от червя больше особо. Вот это вот что такое? На, пускай он, короче, меня гадит. Пока постоим, покурим. Сейчас стопудово патронов ни хрена не останется, они все наберут вчера. Там раза 4 примерно у меня там было. Кстати, это нападающий считается, когда он у тебя с ног сбивает? Походу да. Давай, гляди меня вот. Все, хорош. Ну прям Хелен Дюн, да. Кстати, мыляка появилась. Макс, привет. Здорово, Макс. До этого музыки тут не было.
Вот отсюда что-то можно взять? Нет. А, остальное все пустое. По идее, играя за Клэр, надо было догадаться. Ну как можно просто догадаться? Ну так не получится же. Надо было за нее выложить зажигалку и как минимум арбалет. Тогда бы получилось. Но, блядь, кто же знал-то, что ты вот именно сейчас будешь играть за Криса, и потом тебе возможности туда вернуться не дадут. Это пиздец какая ебань. Ладно, сейчас попробуем на 45 патронов замочить червя. Это же удар считается? Вроде нет пока. Кстати, куда сразу же к этому? Блять, не то. Лишних патронов надо аккуратно как-то стрелять по нему только в тот момент, когда он улетает. Задел? Не задел, вроде. Хуйня, Миша, давай за мной. Да ёб твою. Ты прям под него бежит на свое. Допустим. Не, вообще не попал. Четвертый патрон вообще уже не помещается в нее. Ладно. Серьезно, блядь? Я же по мне должен уворачиваться. Который рандомно валится, походу. Ну, давай. Он задел? Да, вроде нет. А теперь задел по-любому. Да,
заебись ты, блядь. Как он бесит, а? Задел? Не задел. Теперь он у меня. Нет, пока вот так вот и развернется, это пизда. Попал вроде один или два, не знаю. Лишние патроны лучше не тратят. Найдите его в очко, нахуй. Как, нахуй? Как? Ну, съебаться-то нормально. Интересно, что будет, когда у меня патроны кончатся. У меня там, по-моему, штук 10, по-моему, осталось. И 10 еще пачка лежит. Неужели? Он подох. Но он съебется. Если он съебется, то... А нет, слушай. Это все. Первый раз, когда с ним Клэр встречается, он валит под землю. А теперь все. Нового стрела. Так арбалет-то дайте, я не знаю, что за херня. Я думаю, в таком состоянии пока побегать. По идее, он меня ебнул-то не очень сильно, а вот хилки лучше оставить, особенно вот эту траву. На тот случай, если какая-нибудь падла меня опять с отравлением грызанет, а сейчас такие будут по-любому. Если не по убиту кто-нибудь другой. Особенно вот этот вот на лыжной-то базе, это в Антарктиде, в лыжной базе, там, когда эти вот мотыли, сколько раз надо было через этот коридор сбегать, и каждый раз тебя коцает мотыль, короче, и тут же вешает на тебя отравление, которое постепенно сжирает у тебя все здоровье. А траву там дают, если я не ошибаюсь, по-моему, всего один раз.
и одна типа трава бесконечная, но она в комнате, как в коридоре, как раз с этими мотылями. Вот отсюда и несправедливость. Так, ну, отсюда я, в принципе, все собрал, пошли на лифт. Вот это вот что? Просто камень, походу. Похоже, это выключатель для вызова лифта. Включатель, блядь. Кто же называет включатель-выключатель? Тогда уж просто написали бы кнопка лифта и все. Полетели, чё. За крысы, скорее всего, тут тоже прилично придется поиграть. Явно больше, чем за Стива и т.д. Но, возможно, еще за Клэр дадут полобать. Может, и нет, я не знаю. Когда-то же игра должна все-таки закончиться. Понятно. Он не один тут. Пустили пораньше, ибо машина не едет вниз. Тебя спортсмены, что ли, отпустили? Я так понимаю, ты же работаешь с 8 или 10, да? До 5-7 где-то так. Так, где у нас эти клоуны? Эй, хлопцы. Хлопцы, вы где? Вот, наконец. Здорово, мужик. МР, дочка. Стоит не допить. Угу. А у тебя отдельная вообще оплата? Или ты типа сколько это? Сколько времени отработал, так и получил? Просто таким макаром же можно и бесплатно просто на работу сходить. Кстати, я тут помещенница-то это узнаю, да, мы тут были. MR.Toaster. Да, сделка. Батарея вынута. И так и получается, что ты пришел, получается, сегодня на работу, никто не приехал к тебе мыть тачку, и все, до свидания. День бесплатно. MR.Toaster. Ну, плюс-минус, как карантин начался, так и происходит. Это пиздос, я думал. Бывает же, наверное, такая херня, как типа не сезон, когда вообще никто не едет мыться. Ибо нахуй не надо. Кстати, у меня 9 патронов. И все. MR.Toaster. Ну почему сегодня 6 машин? Сколько стоит одна машина? Ну конкретно тебе в карман. Блять, и тут зомби. Да вы охуели, что ли? Походу мне придется от них убегать просто. Не стрелять их нечем. Так, этот ящик он явно не двигает, но... А что если попробовать ножом подобную хуйту раз долбать? Не, вообще как по металлу, но... А вот этот то же самое. Печалька. Можно было бы стрелы зарядить прямо в пистолет, было бы здорово. Кстати, вспомнил-то я чё. Я ж там в Антарктике-то автомат находил. Есть у меня немного чё пострелять. На панели есть кнопка, нажать её.
Рано. MR.Тости. Мало. Но в лучшем случае и рублей 50. Пиздец. Одна тачка 50 рублей. Не, ну в принципе-то и сама мойка недорогая. Сколько у вас тачка? Рублей, наверное, 300 стоит, по-моему. 300, 500 максимум. Дверь завалена. А двери еще есть какие-то? Там вот кто-то стонет постоянно. Но дверей других нету. Ну давай нажмем что. Там скорее всего потайный ход. От 400 до 2 косарей. Я думаю, это ждем. Танк отъехал, короче, и у нас появился проход. О, патроны. Отлично, я уже соскучился. Кстати, тут косяк раздрава. У нас, когда этот гермафродит сваливал вот в этот, в этот лифт, танк отъезжал в левую сторону. Вот к этой стене. А сейчас он просто отъехал вперед. Это косяк. Я помню эту херню, танк отъехал в левую сторону, и там как раз появились патроны. Че это за люк? Там черепашки ниндзя? Люк. Надо было дописать, я твой отец. Он плотно закрыт, отсюда мне его не открыть. Значит, мы будем открывать его с обратной стороны. О, травка. А это что такое? Карабин. Ну слава кокам, нам наконец-то в конце игры дадут дробовик, который в принципе является чуть ли не каноном серии. Пистолет, дробаш. Я не припомню таких резидентов, где у тебя дробовика нету. Это пинцет полнейший вообще. Но они бы лучше арбалет на самом деле на дробаш заменили. А это что так? А это что? Батарейка. Угу. Я в курсе, куда ее запихать. Рельеф в форме пластины орла. Там, где была алебарда, уже ничего нет. Да, ништяк. А пошел он нахуй, я думаю. Потому что у меня на прошлого паука, блин, там их два было штуки. А на прошлого паука у меня ушло где-то около 30 патронов. То есть я бы тупо сейчас сцену у него въебал, то что сейчас собрал. А собрал я немного. 19 и 15, ой, 9 и 15. Если бы у меня бы осталось, нихера вообще. Я бы с ножом бегал дальше. Возвращаемся назад, вставляем, короче, батарейку. Поднимаемся на второй этаж. Вот сюда батарейку надо запихать. Только скорее это не батарейка, это аккумулятор просто. У нас привет, русская локализация. Стоп, пешечки. Ближайший сундук далековато, но лучше сбегать в него и выложить лишнее, потому что у меня инвентарь забитый. Придется бегать еще. Потом места не хватит, и все, куплю. Кукую, расходую всякую херню, а дальше мне будет... День добрый. Здорово, Тайсон. Дальше меня будут тащить по локациям без права залезть в сундучок.
Блять, как заебал это кривое управление, это просто пиздец. Он не может бирать ровно, его вот так вот штормит по разным сторонам. По идее, чуть удобней играть просто на это, на конставине с таким, такие игры. Так, ну пока дробаша у меня нету, оставляем патрошки и оставляем вот эту штуку. Но это чисто когда будет уже полное отчаяние и безысходность. Автомат, блин, я не знаю. Давай возьмем что. Он, сука, два слота занимает, это пинцет вообще. Нет, давай выложим. Зато награды две штуки, заебись. Стрелу тоже можно выложить. Ну какой от них смысл, если у меня арбалета нет? И я не знаю, появится ли. Три слота на все про все. Но бегать с автоматом. Но автомат-то тоже может потом пригодиться. Ладно, пока выкладываем. В рот ему ноги. Попробуем без автомата поскакать. Сейчас надо сходить к пауку и быстренько пробраться в ту комнату, которую он загораживает. На тот случай прямо возле этой комнаты сохраниться, посмотреть просто, что там находится. Но дальше, по идее, мне нужно подняться наверх, использовав вот это вот то, что где я батарею сейчас запихал. Подняться наверх, и там... Так меня, получается, ведут к этому особняку здоровенному. Только, скорее всего, с другой стороны я буду его обходить. В общем, по дороге Клэр мы идем. Особняк, потом этот, как его, военная база или что-то такое, там, где мы подлодками этими пользовались. А потом, типа, надо будет уебать в Антарктиду, наверное, за ней. Скорее всего, так. Так, ну давай к паукану, короче. В принципе, от него можно скибаться. Скачет на... А, их там два. Как раз на все патроны, что у меня есть. Ладно, мы их не трогаем, они нас не трогают, окей. Когда с этими пауками я встречался в Антарктиде, они реально выебывают все твое здоровье. Что ты здоровье? Все твои патроны. Они все забирают нахуй. Причем, если ты бегаешь по комнатке от них, они еще тебя кислотой швыряют. Ну и да, где-то у меня тогда на них, на два паука у меня ушло где-то около 40 патронов. Снова патроны для дробаша. А где сам-то дробовик? Открыть ящик. Какой ящик? ВЗЯЕЖЯВЯ. Охуенные цвета, я так считаю. Просто, блять, палитра. ВЗ это, я так понимаю, синий, красный. ЖЯВЯ это, наверное, желтый, зеленый. Блять, давай первый, я не знаю. Хуй на руль. Второй. Походу, они все пустые, их надо в какой-то последовательности открывать. Не открывается. Да, это надо знать последовательность. Возможно, она где-то написана. О,
Лава сжигает лес, течет в море, создает землю. Лава это красный. Лес зеленый. Море синее, земля коричневая. Так, красный, зеленый, синий, коричневый. Красный. Зеленый. Синий. Коричневый. Ля, пуколку нашли. Взять копия Люгера. Ну, куда-то надо запихивать. Явно пока не сейчас. Давай, сохраним. Куда мне столько печатной ленты? Я вообще пока в душе не чаю. Давай сохраним. Ту-ту-ту-ту-ту. Ру-ту-ту-ту-ту. Все, укладываем всякую дичь. Бесполезно. Так, люгер. Ну, люгер это, скорее всего, надо будет применять там, где... Чтобы путаницы не было, возьмем его. А люгер это где-то в особняке надо будет его запихивать. Так, это пока оставляем. Люгер оставляем. Блять. Что он взял? Вот это вот тоже. Кислотные заряды стопудово надо оставлять на финального босса, тут гадалки не ходи. У этих пистолетов у меня буквально там один пшик какой-то, бесполезняк. Их можно даже выкинуть, жалко, не знаю как. 39 патронов. Объединим вот эти. Бля, ну не знаю. Взять с собой калаш, не взять. По идее он пригодится, но потом. Ладно, будем так жить. Это ж survival, мать его. Не можешь отстреливаться, убегай. Так, главное аккуратненько между пауканов проползти. Там теперь их два, не множится. Мужчины, дайте пройти. Все, без проблем, проходится мимо них. Ну, как говорится, и слава яйцам. Наверное, эксперты. Либо спидранеры, может быть, как-то. Ну, наверное, не спидранеры, а эксперты, скорее всего. У этой Вероники. Может быть, и умеют валить ножом тут и пауков, червей, прочую нечисть. Я попробовал биться с этими с зомбарями ножом. Ты можешь им нанести ножом только один удар. Вторым движением он тебя хватает, и тебе пиздец. Ничего ты сделать с ним не можешь. Ключ от химического склада. Файл. Отчет. Антикоррозийный сплав. Хотя мы планировали применить новый антикоррозийный сплав Диплоид для создания капсулы хранения нового БОВа. Я не знаю, что такое БОВа. Что это? Хранение нового БОВа. Нам пришлось отменить наш план. Это связано с тем, что несмотря на прекрасное сопротивление тем нашим видам жидкости, включая сильные кислоты, он легко растворяется при воздействии смеси химикатов
Клемент Альфа и Клемент Эпсилон. По-моему, такая, так это на греческом букву. Учитывая опасность нового Бова. Что такое Бова, блять? А, мы должны быть предельно осторожными при выборе материала для капсулы и его хранения. Поэтому мы решили применить диплоид для создания части пластины Орел, которая светится ярко-синим цветом. Данная Клементи тип А применяется для ухода за оружием и не имеет особых характеристик, однако тип Эпсилон при определенной температуре изменяет свой цвет. Ну, это какая-то подсказка, видимо, к заданию будущей головоломки. Странное совпадение, что данная температура точно такая же, как и дата завершения строительства комплекса. Основываясь на нашем анализе типа Эпсилон, мы полагаем, что Клемент обладает другими свойствами. Мы будем обновлять этот файл по ходу его изучения. Когда дата завершения строительства комплекса? Это мы, наверное, должны, собственно, узнать в будущем. И потом в конце, типа, вот эту вот эмблему надо будет нашпандорить вот туда, где у нас пауканы лазят. Она теперь одета. Кто это? Да, сиськи решили не показывать. Это мутант. У нее такие шары сейчас были, по-моему, ей этот... Алексей? Нет. Сачки через жопу нарисовали. Она уже проснулась. А это Алекс Уэскер. Крис, я покажу тебе свой крючок. Крючок? Крис, он пенис показывает. Я представлю к тебе компанию, чтобы тебе было веселее. Тирана, блядь. А нет, не тирана. Считай это маленьким подарком от меня. Наслаждайся. Снова зеленые гребни. То ли гремлины зеленые, то ли эти как его, то ли дрона он на меня натравил, а возможно и то и другое. Но как с зелеными гоблинами биться, если вот у меня вот так? 6 кислотных выстрелов это как бы ну ни о чем, который я подобрал. Это буквально двоих можно завалить. Ну, судя по опыту. Типа 3 выстрела, а 1 труп. Обычно так. Поддерживаю то мнение, то что в игре очень мало патронов дается и очень дохуя врагов. Так, и эта штука, да, работает? Да. Надо было в дверь соваться сначала. А можно отказаться? Да, вот так. Сначала давай вот в ту дверь зайдем, потом будем на лифте кататься. По идее, она тоже должна меня вывести в коридор, там где собаки и так далее, там пожар. Угу. А вот эмблема. Замечательно. Она еще ниже упала. Че же они, блядь, цены, слава богу-то, я не понимаю. Хотя тут пройти можно. Но быстрее.
это еще будет, да? Главное, чтобы с правой стороны, ну точнее с левой не пошел. Мужик, как дела? И тут двое, что ли? Он встанет. И снова, блядь, пойти как он. Стрелы для арбалета, но где же взять-то? Где же взять-то этот арбалет сраный? Скоро реально будет стрелять нечего. Придется тогда возвращаться за калашом. Иначе будет просто не пройти игру. Повсюду следы крови. Здесь, похоже, проводили эксперименты. Так. Прежде чем, вот это что такое? Сумка. Позволит больше вещей. Ну, естественно. Плюс 2 слота. Наконец-то. Кто-то, я думаю, что-то у меня инвентарь какой-то маловатый. Так, это вход в особняк, по идее, должен быть. Вот там у нас маленькие лицехваты носились. Вот здесь. Я тут дверь эту сломал. Ничего не случилось. Похоже, уже поврежден пожаром. Ну, окей. Пошли сюда тогда. Так, нет, меня ведут, короче, дальше в особняк. Надо возвращаться назад, и там, где видел эту пластину, вот в этом вот коридорчике, в развилочке, вот в этой, надо там все отшмонать. Потому что там дальше выход на улицу и так далее. Идея, ты бегаешь, пацаном, по одним и тем же локациям. Вот здесь у нас проход должен быть, который закрыли. Ну, имело место быть, конечно, сюда слинять. Просто хотя бы посмотреть элементарно патроны. Пластмассовый орел потекло в канализацию. Блять, я хуею просто с этим канализатором. Пласт орел потекло в канализацию. Похоже, внизу есть проход. Пласт орел потек канализации. Охуенно. На лифте тоже можно, в принципе, слинять. И побродить там по канализации. Ну давай, давай на лифте. Коли так уж. Потом тогда сюда пойдем. Что делать? На лифте у нас получается... Мы находимся здесь, на втором этаже, на... Короче, этаж посередине, там комната с сохранениями, по идее, там больше идти особо некуда. Вот это вот. 1Э или З, не знаю. Там галерея картинная и так далее. Этаже. В подвальном этаже у нас могут быть патроны и вот этот вот мир. Сейчас станет. Да. Он упал ртом мне на член. Вот здесь, да, у нас как раз эта галерея. Ракашки, кстати, там по стенке ползают. Может быть, Крис что-то видит, то, что Клэр не видела.
Похоже на изображение комнаты. Но это как раз подсказка, то что туда нужно было красную картину вставлять. Вот, да, здесь опять патроны. Крис, походу, плита, на ней что-то написано. Посвящается завершению строительства. 8 декабря. Эшвард. Вот он пароль, это надо записать. Сейчас, возьму блокнотик. Строительство у нас получается 8 декабря, значит пароль. Пароль от этой всей херни будет 08-08-12. Скорее всего так. Там, как говорится, поживем, увидим, но я думаю, что да. Вот здесь вот у нас лежит модель диорамы в форме этого комплекса. Это отверстие можно что-то вставить. Но у меня кроме члена больше ничего нет. Давай Ну нет. Явно не эту херню. Что-то потом вставим, видимо. Портрет мужчины и так далее. И т.д. и т.п. Ну это, короче говоря, действие скелет человека, он меня пугает. И все. Ясно? Понятно. Что туда нужно ставить, чтобы эта диорама отодвинулась? И можно будет взять патроны для дробаша и... Траву. Похоже, чего-то... Похоже, чего-то не на другой стороне. Нельзя открыть. Скорее всего, они хотели таким образом сказать, типа, что-то мешает с другой стороны, и открыть его нельзя. Охуенная опять локализация. Ладно, поперли в подвал. Лестница уже сама опустилась. Рельеф странного лица. Тут патроны раньше валялись. Уже не хотят давать. Дробовик. Если я его возьму, по законам жанра, эти рычажки поднимаются, и туби пизда. Тебя давит чем-нибудь. Зажигательные. А это что? Пленка? Опять ленты наваливают. Ну вот на этом спасибо. Там вот прям видно то, что потолок будет подниматься. Или потолок, или лестница будет подниматься. Опускаться точно. Попробуем чем-то заменить. Может быть, дальше по комнате будет. Кто знает. Что такое? Понятно. Какие-то штучки с кодами. Бля, ну если зеленые сейчас попрут, короче, то сколько у меня патронов? 7. Отлично вообще. Это придется за патронами ебашить.
потом здесь брать карабин и дальше отстреливаться от клоунов. Зел трава. Да ничего страшного. Вопрос на миллион, конечно, нахрена я тут бегаю? И не рано ли мне сюда? Похоже на панель управления капсулы, нажать его? Нет, нахрен он. Зеленая капсула, там ебаки. Огромная капсула, интересно, что внутри, блять, мне не очень интересно. Там не могут быть там изобилие патронов в одной капсуле. Нет, так это не работает. Еще дверь какая-то. Щит. Он плотно закрыт и не работает. Спасибо. По-моему, тут у нас были длиннорукие ебуны. Да. Этот ящик не сдвинуть уже стопудово. Он еще стоит как-то криво. Угу. А вот там наверху зажигательные эти. Зажигательные стрелы. Дурная ручка. Ага. И мне пиздец, походу. Ну понятно. Сразу же на карабин переключается. Потому что патронами его не убить. О, там их еще двое. Замечательно. Что? Двоих. Сова, царик. Опять двоих. Ну, норм. Вроде. А, зажигательные штуки-то можно взять? Нет, походу. Хотя, подожди. Если придвинуть... А смысл? Ящик этот придвинешь, ничего не произойдет. Может ли он два ящика одновременно двигать? Ну-ка, давай попробуем. Скорее всего, нет. Угу. Он просто даже залезает в нее. Нет. Никак. Вот там зажигательные хреновины, это я помню. Вот они, на этом ящике наверху лежат. Панель платформы, замочная скважина. Ну, ключ у меня один. Понятно. Дверную ручку только в другом месте можно херануть, поставить. Включайте сломан. Да, это, слушай, это дверь. А я думал, лестница, когда первый раз тут бегал. Здесь хранится стерильная одежда. А патроны тут случайно не хранятся дробовика? Все, блядь, крутится, открывается. О, неужели? Патрон, да, зашибись. Не, ну придет там что-то на траву заюзать.
Так, и сразу же заряжаемся. Максимум 7. Это можно подобрать? Нет. Пули для пистолета. Окейшки. Склад химикатов закрыт. Применить? Да, конечно. Тебе уже не нужен этот ключ. Выбросить ключ от химсклада. Берем желтую банку. Я не знаю, зачем они нужны. Установить? А, температура. Максимум 5. Единица. Больше нету. Кстати, можно же перезарядить. Ладно, травой не будем мы это лишнее забивать инвентарь, потому что ну она реально сейчас ни к чему. Пока зеленой травы нет, она бесполезна. Надо сундук. Подожди. Он через эту дырку. Утечка вируса могла произойти отсюда. Нет, он не может войти. Такая здоровенная дырка, взял бы, пролез, поверил, откуда они будут. Допустим. Ближайший сундук так далеко, это пиздос вообще. Я отсюда пришел? Да. Я думал, меня тут замуровали демоны. Да, наверное, полюбопытствую. Жмакнем на кнопочку. И чё, и чё? Ну, убежала эта капсула туда. И чё дальше? Давай ещё раз. Вообще нихера. Перестала работать панель. Ну, идите в жопу. Я стопудово, наверное, ещё тебе одного монстра сделал. А вот здесь тогда вдруг заработало. Нет. Нужен сундучок по-любому. Либо пользовать инвентарь. Что-то вообще никаких описаний, ни хрена вообще, никак не взаимодействует он с этими объектами. А вот бегает как по-прежнему, как у ебак.
Он вылет вниз постоянно. Что надо там? Надо как-то патроны достать, карабин. Значит, по идее, надо как-то делать его аналог. Ядовитым газом, так я не смогу спуститься вниз. Машина может дать сбой в этом случае. Поднимите рычаг, как указано на рисунке. Устройство вентиляции продолжит работу. Лопасть вентилятора остановилась. Его надо запустить, чтобы не тусоваться. Быстрее. Подождем. Такой встал, руки в боки, ёпта. Типа, подходи по одному. Ебать, ты лютик, герой. Это у нас первый, скорее всего. Ну давайте быстрее, ребят. Сколько патронов-то вообще? 12. А, нет, чуть побольше. 21 патрон. Ну, кто-нибудь поднимется ко мне-то? Короче, пошел он нахуй, пускай ходит. 10 лет сейчас их ждать-то. Он, скорее всего, в углу там где-то застрял. Значит, туда никак. Да. Подожди, мне на третий надо. Мы сейчас на этом, на этой двери ручку применим. Нет, не тут. Под луч и все. Ладно, тогда наверх пошли по тому коридору, походу. Ну там развилка, вот эта вот канализация туда-сюда. Сейчас мы, получается, будем обходить с обратной стороны, со двора, как-то так. И дороже спавнятся. Все, подох. Что там по патронам? 17. Ладно, я попробую, короче, добежать.
попробую добежать, короче, до сундука. Инвентарь пока вроде есть место. Да, давно. Заходишь в любую рандомную комнату, у тебя появляется луч. И если этот луч хотя бы светит на тебя больше пару секунд, тут же появляется зеленый пидор, и ты огребаешь. Заебись. Я пришел, получается, да, с этой двери. Куда же ручку, блин, пришпандорить? Там ручка же давала. Он серьезно поврежден. Здесь он слезать тоже не хочет. Прям быстро надо пробегать. Главное, в огонь еще не врезался, потому что от огня тоже дамажит. Давай, давай, давай. Да быстрее. Угу. Вроде получилось. Короче, теперь резон, блин, перед каждой комнатой лучше сейвиться. Зеленое было поменьше. Вот куда эта ручка. А вниз можно будет спуститься? Нет, тут нахер все в огне. Ну, скорее всего, надо будет что-то запустить, типа систему пожаротушения, как-то так. Он же в ГОКе работал. А ему надоело работать в ГОКе, он взял, написал по собственному, ушел на автомойку. Хоть патронов немного накинули. Короче, я знаю, куда этот танк теперь пришпандорит. Пошли назад. MR.Toaster. Идут они все в опыт. В очко.
Так. Пошли танк допихивать. Что с карабином-то делать? Где его взять? Не, в принципе, через этот луч ну, нормально можно пробегать. Главное быстро это делать и поточнее делать. Антон, будет много. Ну, если не доед, не вижу преград. Единственное, только видишь, он в зарплате маленько потерял. Но дело того стоит, наверное, да, действительно, если все заебло, смысл работать. Антон, если нет кредитов, если нет кредитов, ну, наверное. MR.TOS. Надоело тоже легко сказано. Так, едем. MR.TOS. Нет. Блять, он меня все равно спалил. Потому что он бежит как залупа, блять. Уебанское кривое управление. Да, сука. Может подождать, типа? О! Но он этот луч-то выключает буквально как-то на секунду, блядь. Вот, раз, на секунду. О, получилось. Ура, блядь! Кладем сюда танк. Ебаной. Там еще потоком, да, все? А, ну попробуем, почему бы нет? Ключ, книга. Ключ, платформа. Какая платформа? А, подожди, ну я понял. Файл какой-то еще. Заметка о коридоре. Подземный коридор, ведущий в поместье, где живут Алексия и я, был серьезно поврежден. Хотя я никогда никому не позволю увидеть мою Алексию. И не могу ходить по канализации, построенной местными жителями. А, да, Антон, наверное, я заставляю злых заключенных построить мост. Тоже уволится, что ж. Это должен быть великий мост, подчеркивающий красоту Алексии. Конечно, после того, как мост будет построен, мне придется убить всех, кто его строил, чтобы никто не узнал о существовании поместья. Но ничего страшного, с этим у меня не возникнут проблемы. Когда мост будет построен, я заблокирую входную дверь в поместье, находящуюся в конце туннеля. Вход канализации закрыт с помощью механизма, что позволит сохранить тайну нашего поместья. Что-то где-то должно включиться, чтобы все заработало. Я за карту за последний по кредиту тоже уволится. Возьми. Внизу что-то кроме дыры. Приведи сюда три армии, и тебе откроется путь. Ну опять три, короче, этих. Три эмблемы надо запекать сюда, и что-то откроется. Снова из квестов квест, короче, кидаю. Ага, и тут этой залупы уже нету. Так, ключ платформа. Это у нас подвальный этаж. Подвальный этаж, и там, где зеленые клоуны были. Туда надо.
Блин, я походу запутался. Надо типа на второй. Блин, где же это помещение-то? Где я пидоров двух зеленых валил? Здесь ты заходишь, там туман зеленый. Да, тут не варик. Спускаешься по лестнице, там дробовик, лаборатория. А, ну вот, как раз я в этой лаборатории тогда взял дробаш, я и с этого дробаша в них и стрелял. Возьму я, наверное, дробовик. На тот случай, если опять эти спидеры появятся. Кстати, когда лестница наверху, вот он может сюда спуститься. Отсюда появился неизвестный монстр. Ну как это неизвестно? Все даже, блядь, неизвестно. Эй, быстрей! Он за мной полезет? Не особо. А, есть нож. И дохуя амбиций. Ну-ка иди сюда. Че, он встанет? Мы еще его ебанем. Не встанет. Интересно. Тут еще какой-то пролет, что ли. Путают разной хуйней. Давай, короче, ключ мы сначала применим к этой платформе. Но если дадут возможность, можно ее не использовать. Ну, типа, не кататься на ней. Попробуем вернуться туда и подняться вверх по лестнице. Давно мы с тобой не виделись, Крис. Васка. Ты еще жив? Старый пес. Что ты здесь делаешь? Я пришел за Алексией. Кто? Меня наняли, чтобы я поймал ее. Подожди. Это ты организовал атаку? И на мою сестру? Ой, я вам, блядь, переебал. Глаза краснеют, ты? Ты даже не представляешь, как я тебя ненавижу. Ты разрушил все мои планы. Что ж, теперь мне придется заняться новой организацией. Ну а ты умрешь. У него линзы. Вы не подумайте. Один маленький секрет. Я узнал, что твоя сестричка сейчас в Антарктике с Алексией. О, очень жаль, что ты ее больше никогда не увидишь.
Так похуй вообще. Хуй всех смеху ебанский. Алексия? Макс Ланг. Топ-компер. Да. Опять зеленые эти пидоры. О, нет, это другие пидоры. Чуть похуже. Блин, надо по идее было на лестницу тут залезать, посмотреть, что там. Применить, да, ключ под полом. Повернуть. А давай пока нет. Или да. Давай вниз, короче. На лестницу слиняем. Вот таким вот кривым шагом, бегом. Сейчас попробую мимо этого пробежать длиннорукого. Хуй, не попал. Попал вроде, да. Да ёб ты, пока вернешься нахуй. Да почему ты такое уёбище-то, блядь, а? Кстати, в этот раз дамаг не засчитали. Как это работает, я не знаю. Он реально меня никак не ударил. Хотя удар был. Странная тут система таргета. Странная система тут получения урона. Вообще, блядь, все странно. Так, давай на лестницу вот, ну, позырим, что там. И стоит ли туда идти? По идее, там должен какой-то должен быть обходной путь, я не знаю. Понятно. Понятно, где я. Кстати, а у нас тут сундучок. А у нас тут заебись. Сейчас мы... Тихо. Инвентарь заодно и почистим. Ру-ту-ту-ту-ту. Я просто думаю, как там обойти-то получше. Пленка ниже. Вот тут. В принципе, эта банка сейчас прямо точно вряд ли пригодится. Стрелы я вообще не знаю, нахуя я их собираю. Ну ладно. Раздают, надо брать. Банка. Да пизду я. Элемент Е мы сделали, надо элемент Альфа найти. Элемент Альфа находится в помещении, где у нас желтый газ. В подвальном. Там зомбари разные и так далее. Там этот элемент Альфа на полке. Не, норм. Пауки не мешают. Это хорошо. Ну, как бы шустрить надо между ними, но не так, чтобы прям пиздец. Трава. Да давай, наверное, да? Возьмем мы ее и туда отнесем. Че она будет бесходная валяться?
3 минуты потратить, но потом это в финальном боссе может охуительно сыграть. Потому что у меня зеленки, как бы зеленка есть, а вот красной нихуя. Синий еще парочку имеется. Так, ну блять, ты не тупи, а. Я думаю, то, что таким управлением было бы удобно мышкой зажимать. Как у нас это примерно управление в Диабло том же самом. Было бы чуть удобнее. На геймпаде, когда ломаешь, это пиздец. Бегает он криво. Отсюда куча урона получает. Не знаю именно почему в те годы были такое популярное уебанское управление. Его сделали еще для первого резика на первой плойке. А тут уже следующее поколение, как бы, и все равно вот это уебанское управление. Вот ты, я как нажимал просто прямо. Он хуяк в сторону. Да, вот этот. Бежим, бежим через длиннорукого. Надо аккуратненько, и чтобы не деформировался вообще. Я даже вижу, где он. Пидор. Ну он походу все время будет в тебя попадать. Промахнулся. Промахнулся. Короче, когда ты неадекватно действуешь, криво через жопу бежишь, тогда он тебя не дамажит. Давай, платформу, поднимаемся. Я должен сейчас вылезти там, где у меня был этот кран, вроде как. Манипулятор. А может быть и нет. Ну-ка. Бля, вот эти вот, если бы кусочки не мешали, по-моему, можно было бы сюда подняться и забрать зажигательные. Ну, суки. Так. Скур-скур-скур-скур, спасибо за донейшн. Скур-скур-скур, thank you for donation. Спасибо, Макс. Спасибо, Макс, за поддержку. Будем копить, как говорится, да? Я полистал вчера, кстати, какие там игры есть. Позырил. Ну, именно конкретно для ПК. Есть, есть интересный экземпляр. Лишние патроны выпускаю. Блять, ты ляжешь, нет? Еще кто-то ходит. Пули карабина. Окей.
Арболит, дайте. Так. Они закрыты, я ее не открою. Это про ящики он имеет в виду. Ну так он от охраны, я тут брал, по-моему, только стрелы, по-моему. Там ящик, комната не сквозная. Она в ужасном состоянии. Кто она? Она это шкаф или что? Здесь такой беспорядок, ничего интересного. А вот это вот можно взять? А не вот это, вот это. Вот эту книжку. Пошел нахуй, короче. Сейчас я только в дверь попаду. Все? Попаду? О! Еще гранат дали. То есть взрывом, короче, нам соединило какой-то коридор в особняке. Максло, ссылка, стер, помогло с ногами. Да, кстати, Макс, как твои там, в эти, как его, косметические процедуры, сработало или нет? Здесь собаки были. И вот этот чувак сейчас встанет. Мы попробуем его с ножа. Патронов немного, так что... Ближе. Блядь. А где ванна, душика? Кстати! Спасибо, Егорыч, за поддержку. На ванну досыков мы собирали. Сейчас будем глазомер лечить. Чтобы не было, блядь, потом... Да, ёб твою мать, он черно тебя грызет. Короче, два удара и потом назад надо отходить. Ой, вот так и... Да ёбатью. Какой бесячий пидор, а? Давай, раз, два, да. Я не хочу на него патроны тратить. Ну, кожа мягче стала, но чтобы как там начался, типа прям сходить слоями будет такого. А хотелось. Блять, вот он доебался до меня. Наконец-то он подох. Тоже мягче стало, но чтобы как там написано, типа прям сходить слоями будет такого, не так хотелось бы. Так а ты тогда этот, как его, ты просто возьми болгарку, да и все, и пили сколько надо. Пули тут кремами мазать, ну или там что-то где-то запаривал, или что-то такое делал. Болгарочкой сними просто, подшлифуй немножко. Потом там генциркулем замеришь, сколько снял, да и все, потом увидишь разницу. Это косметическая болгарка. Давай, полезли вниз. Так. А здесь у нас чуваки ходят. Но там все в газу. Загорелось. Совет на миллион. СПС. А, я думал над этим. Две секунды целых. Поднять рычаг, да. Запускаю вентилятор. Сейчас бы, конечно, в тему было бы все это дело обойти, и чтобы удобнее стрелять. Макс, можно нагреть наш дачный круг? Можно. А можно с люк-машинкой пройтись. Быстрее. Да ёпта. Все равно
Бразут. MR.Post. Блин, совет один лучше другого. Так вот, надо пользоваться эти одни лучше другого. Мало что вот такого не посоветует. Мало что вот не знает нихуя. Но если терпон снимать, то такая все такие получится, как струбка от кальмара напиваться. Рубанком, кстати, да, рубанком можно еще ебнуть чуть-чуть. Я вот что думаю, может быть вообще попробовать тупо их пробежать? Почему бы нет? Довольно-таки большая вот. Большой, тихо. О, все, я успел. Ну, нихуя себе. Большая площадь, как бы, и тут можно вполне развернуться. Да. Вот это вот вообще ништяк. Только дверь открываешь, на тебя этот пидорас несется. Давай еще раз. Тихо, сразу же дробаш надо поставить. Абсолютно несправедливая игра. Никакого снисхождения она не имеет. Подох? Не подох. Теперь подох. Зеленый, ты, блядь, дох? Ну да. Так, у нас опять развилки, бля. Вот здесь у нас ходило два уебана. Что-то сломалось на другой стороне, нельзя открыть, потому что там не сломалось, там платформа поднялась наверх, и все. Тут у нас как раз вот этот альфа-компонент. Там, возможно, люди еще зомби ходят. Я посмотрю. Да, вот она, альфа. Только, по-моему, она желтого цвета была, разве нет? Стой. Сейчас мы тут ножичком хуйнем. Вдруг сработает. Да. Как ножом стекло нельзя разбить? А для эксперимента можно стрельнуть, конечно. Вдруг сработает. Ну, конечно, сработает. У них и стекла бронебойные. Отлично. Вот эти вот ящики как-то можно ножом. Ну, конечно. 10 тысяч раз. Климент А. Рабочий стол не могу изменить, модифицировать. Что он делает? Пекарь собрал. Ну да. А еще можно? А можно только в магазине стеночку приподнять? Не хочет. Восемнадцать патронов теперь вмещается. Альфа, бета, блять, альфа, альфа, этот как его, эпсилон, по-моему, компонент есть. Ничего интересного. Я думал, патрон. Теперь надо куда-то это все дело запихать. По идее, две баночки имеются. Куда? Давай по файлам посмотрим. Что-то там писалось, да? Руководство, факс комплекс, описание, записка, код, главе, отчет, сплав. По-моему, вот этот.
антикоррозийный сплав. Та-та-та, применить новые антикоррозийные для создания капсулы хранения нового. Нам пришлось два вида жидкости, клемент альфа Е. Короче, какой-то сплав нужно. И туда вот эти вот штуки. Поэтому мы решили применить для создания части пластины орел. Ярко-синим цветом. Где-то надо, короче, надыбать вот эту вот пластину с гербом орла, синюю. Она где-то в канализации валяется. И применить два вот этих компонента. Е и альфа. Ну вот Е это эпсилон, по-моему. Платформа установлена на верхнем этаже. Дверь закрыта устройством охраны. Бэйби. Вот так вот. Как я, блядь, увернулся-то от всех, а? Чудо чудное. Прям от всех отбежал. Один даже блевать на меня хотел. Антонов, Лёх. Если бы ты лукал до время стрима, было бы лучше. Как-нибудь. Так, все, мне сюда не пройти. Куда эти банки засунуть? МР вообще просто. Нет, уже пробывали такое себе. На первом этаже что у нас есть? Короче, вопрос на миллион, куда запихать вот эти две банки? Они как бы есть, все. Больше квестовых предметов никаких. Может быть, вот в эту херню поставить? Там, где куда я танк запихивал. Хотя смысл какой? Модель диорамы в форме этого комплекса. И все. Плита на ней что-то написано. Посвящается та-та-та завершению строительства. Нет. Закрыто. Могу открыть. Короче, сюда смысла нет идти. Надо думать, куда банки пихать. Нельзя открыть. На первом, короче, этаже вообще нихуя. Сюда можно что-то поставить? Тут есть какая-то панелька. Он ее вообще не видит. Ну вот, пидорас. Пидорас. Пидорасина. Получается, выходим во внутренний двор. А туда, получается, в сторону танка.
Куда-то эта эмблема синяя укатилась. Она в канализации, как они сказали. Канализация — это понятие растяжимое. Нет, там вообще не пройти. Это я, получается, иду в сторону холодильника. Холодильника, где я это лекарство мутил. Вообще никак. Здесь просто тупиковая залупа. Да, обрыв. Может, это что-то дает? Это что за хрень? Нет. Куда-то найти надо два углубления или что-то такое, вот эти банки запихать. Ближайшее углубление у нас на первом этаже. Давайте сюда сходим чисто так. Это меня возвращает, получается, да, в сторону танка. Панель управления, да. Да, допустим. Отсюда я от червя пришел. Сейчас, короче, буду гонять по коридорам. Тут танк. Ты спускаешься тут к паукам. Это, естественно, все завалено, закрыто. Так, там пауки, эмблема, комната сохранения. Спуск в подвал через крышку. А давай, наверное, мы так и сделаем. Мы сейчас спустимся в подвал. Попробуем там что-нибудь поколдовать. Там есть парочку панелей. Там, где ебака длиннорукий ходит. Может, как варик его завалить придется. Сейчас мы только петушню всякую выложим. Ну давай ты, блядь, быстрее в дверь попадай. Да тут уже ни хрена полезного нету.
Пойдем, как говорится, ва-банк. Кстати, вот копия Люгера. Может быть, имея две банки, смешать это все с пистолетом? Что-то же там про металл писало. Хуй знает, может заработать. Допустим. Совмещать эту херню можно? Микстура. А чего это микстура? Нет. Две банки ты соединяешь в одну, и что получается-то, я не понимаю. Какая-то микстура, она от чего-то лечит или что? Слушай, а может быть... Новый сплав деплоид. Не Люгер из этого сплава сделан. Давай-ка его осмотрим. Точная копия Люгера. Красиво украшена, не пригодится как оружие. А нахуй тогда мне его дали-то? Чтобы кинуть его кого-то в голову. Ну вот, допустим, есть эта микстура. Теперь надо, по идее, надыбать тот самый, как его, герб. Герб где-то в канализации, но где его искать? Это говорит монстр. Давай еще раз пробежим мимо него. Слушай, там дверь, кстати, еще одна была. Блять, нацелиться бы. Ну что, захуярить, чтобы не мешал. Да, сразу же заебло меня, схватил просто и все. Ну-ка, иди сюда. Гандон. Это
Это геймпад, ёбу дал, колбасится. Все, подох. Ну это славненько. Он ходит, мне тут мозги ебет только. Так, это говно вообще не работает. Вот тут у нас есть какая-то комнатушка, вот она. Это у нас лаборатория. Да, блять. Там у нас холодос. Может попробовать в этой банке еще температуру померить. Хотя это вряд ли. Там же напитано, типа то, что он герб, ну где этот герб искать? Чел, кстати, в инвентаре-то. Место есть, можно травку забрать как раз. Трава, зел трава, син трава. Так, холодильник. Взаимодействует как-то он с ним. Ничего интересного, все, холодов не пашет. Мартышлёшка своя отработала. Ну-ка, может быть он борода так может перепрыгивать через окно? Нет. Чё? А это дверь сработала. Короче, надо герб искать. Он куда-то улетел вниз по потоку. Ближайшее, где у нас падает водопад, это там, где у нас хранится дробаш, где опускается дверь. Ну, то есть лестница. Включатель сломан. Блять, выключатель. Вы, сука, включатель. Великий могучий русский язык. Вот эту ебань не подвинуть. Не хочет с ней никак взаимодействовать. Может быть, куда-то эту микстуру надо полить, я не знаю, на голову, блядь, этому Крис. Тогда, может, у него герб вырастет. Применить. Не хочет он его применять. Вот вообще никак не хочет. Конкретно в подсказке написано то, что вот типа два компонента мешаешь, у тебя появляется типа растворителя для какой-то охуевшей эмблемы. А эта эмблема прямо визуально, она куда-то стекла. О, водопад. Стекла и куда-то упал, но я вот, да, поднялся, хотя бы травой отнеся. Я вот не помню, чтобы куда-то можно было еще у нас пройти, чтобы у нас встретилась вода. Но это ладно. Тут у нас неограниченное количество. Ну как? В основном неограниченное, где-то трав
CD. Штук 5, наверное, применений. Пошли через верх. Танк залить этой хуйней попробуй. Надо, конечно, бред полнейший. Надо где-то герб искать. Этот герб ты поливаешь полученной микстурой, как тут написано, но это не микстура, а просто какие-то химикаты, короче. Этими химикатами поливаешь, герб очищается, и ты сможешь там, где паукана, вставить его в эмблему, в дверь, и, короче, вот тебе счастье, ты прошел дальше. Попробуй. Где, блядь, искать этот? Стой. А давай-ка вообще, да, назад, действительно вернемся. Есть у меня один могильничек. Может, что-то изменилось? Вдруг мужик там ожил, я не знаю. Вдруг он что-нибудь свангует сейчас опасно. Ну, прикольно. Или какая-нибудь катсцена сработает, я не знаю. Он мертв. Давай на него микстуру польем, пусть живет. Никто не применяет. И все. Это апгрейд пистолета. Точнее, нет, это УЗИха. Это УЗИ, но нужна зажигалка. Зажигалка благополучно у... Там, у Клэр. Где-то там. Я не знаю, удастся ли вообще за Клэр еще поиграть. Оказавшись здесь, вот эта дверь у тебя ведет к танку, там пауки, проход вниз, комната сохранения, комната с гербом. Поднявшись... Стой. Это такое? Нет. Все хуйня. Поднявшись наверх, у нас опять несколько развилок получается. Че, ну давай наверх-то, ну чувак. Она ли управление, да, поднять ли? Надеюсь, мне действительно только герб искать и все. Типа, ну, без хитринки какой-нибудь, знаешь, там. Повернуться какой-нибудь панели задом наперед, блядь. Махнуть соль через себя и полить микстурой, блядь. Типа того. Я думаю, должно быть более все очевидно.
Просто я где-то что-то пропустил. Какую-то комнату, возможно. Так, это вообще не пашет ни хера тут. Значит, у нас вот этот лифт, он ведет, короче говоря, в подвал. На средний этаж, а сейчас мы на втором. Ну давай вот тут еще попробуем. Вдруг, может быть, как-то он может тоже спуститься, я не знаю. Вот эта вот картина как-то пашет. Что там? Рельеф. Он очень старый. Вот как-то это можно? Он серьезно поврежден. Вот тут. Не вариант вообще, он это не видит. Пластмассовый, он протек в канализации. Так вот, а где его ловить? Причем тут эта лестница нарисована. Вот она прям, вот она торчит, я ее вижу. Там какой-то мост или что-то в этом роде. Но я нахожусь вообще этажом выше. Похоже, внизу есть проход, и что? Так давай им, блядь, воспользуемся. Пидорас. Ну отсюда он явно не сиганет, он не ёбнутый. Ну как бы он ёбнутый, но по-своему. Не появляется давненько каких-то катсцен, не появляется врагов и так далее, я хожу кругами, хожу кругами, и барс, игра прям ждет, дожидается, пока я такой чик, точно надо было сюда. Но там просто пожар. Туда не подойти, ничего не сделать. Да. Отсюда мы вот с этой двери, получается, попадаем вроде как в комнату охраны. Даже нет. Тут у нас тупик, патроны лежали. А нет, тут танк лежал. Здесь просто обрыв. Все, тишина. Но мы находимся в комнате, над комнатой, там, где кровь, бочки, машина стоит. То, что у тебя там есть проход. Внизу. Значит, поехали на лифте смотреть. Я какую-то дверь не заюзал. Поднялся, возможно, ее надо опустить, чтобы сделать комнату сквозной.
Блять, вспомни, как эта хуйня работает. Меня почему-то в две комнаты не пускает. Ну так, чисто в порядке бреда попробовать полить на вот эту вот хуйню с тремя углублениями, но это явно не так работает. Микстура. Естественно, ее нельзя применить. Давай вот это говно тоже зальем. Диорама. Скорее всего, это не диорама, а макет. Диорама, по-моему, по-другому выглядит. По-моему, если не ошибаюсь, диораму заливают эбоксидкой. Она типа как статичная картина, имеет в виду, 3D. А тут просто домики сделали и радуются. Так, нельзя открыть. Может, правда, хитрость в том, что вот эту платформу, на которую я ключ применил после Двинорукого. Может быть, хитрость в том, что ее надо типа опустить обратно и оббежать с другой стороны. Этих тоже пидоров пощелкать, а то че они, причем давай попробуем вот с ножа их валить на лестнице. По идее анимация должна прокатить. Так, допустим, он встанет, наверное. Вот этого можно? Не достает. Давай второго, раз этот не встает. Их тут четверо, да? Так, еще один минус. Ебать. Ну давай. Они не успевают нормально подняться, короче, я их ебаю. Какая хорошая экономия на патронах. Все, он больше не хочет подниматься. Давай, давай сюда. Ну-ка. Нет, через перила его не лизануть. Сыпа, сыпа, сыпа. Нет, пизда, он меня потерял, походу. Хотя, может, догадается. Ебал я в рот на них патроны последние сливать. Сколько их там? Да. Могилы. Теперь можно спокойно тут осмотреться. Отсюда вот пар шел. Не пар, а газ.
Трубу порвало. Наверное, газ утекал отсюда. Блять, ну наверное. Машина для вентиляции. Похоже, он уже часто применяли. Ну, видимо, ее уже часто применяли. Ну ладно. Подняться. А вот эта лестница я не помню нахрена. Так. Это другой ракурс получается. Тут потекло в канализацию, есть проход. Может быть, отсюда как-то можно слезть? Ну, по дяде. Нет, не хочет он прыгать. Ладно. Давай туда. Вот так сходим. Я не знаю, может быть, вам хочет что-то. Я, может быть, где-то что-то упустил. Серьезно поврежден. Комната охраны вот этого. Давай-ка тут заглянем. Ничего не осталось. Но это Клэр все вытащила, потому что. Она у нас такая. Собирательница. Вот здесь что, никакие ни панели не работают, ни хера. Тут тоже лишних приметов не лежит никаких. Пошли дальше. Мне кажется, где-то вот в этом районе я, может быть, что-то проморгал. Какой-то всплыл лестницу, еще что-то. Стой. Стой. Я вышел отсюда. Там у нас горит. Это когда ты дверную ручку вставляешь. Это вот обратная сторона этой двери. А вот здесь-то я не был. Мать его так. Вот я куда еще не ходил. Ну точно. И тут же ты получаешь вагон подач. Стоять, дырка. Блять, он в полете. Меня грызанул. Да пидоры вы ебаные. Не. Нихуя не дамажит. Кайфово так-то. Нет, сначала давай-ка мы зарядим. Блять, ну как? Все равно ебнул меня. Блять, ну как? Ты че живой-то такой? Ты какого хуя так живешь? Стой. А, я думал, я уже обрадовался, думал, отмычка лежит, сейчас как кейсы позрываем, как дадим себе пизды. Но нет. Давай-ка, наверное, еще раз попробуем. Моментик этот, чтоб без урона. Промахнулся? Нет, не то. Вообще не то.
больше патронов, но зато они все подохли. Нет, не все. Блять. А чё он замер-то там еще в конце? Ёб твою мать, а? Вы когда-нибудь отъебались от меня? Один как раз выстрел, но давай мы перезарядимся. Вдруг урон не пройдет. Типа того. Все? Наконец. Снова тут, короче, получается развилка. С той стороне мы пойдем к замку, к особняку. Теперь лифт работает. Интересно. Он плотно закрыт, нельзя открыть. Сейчас мы тогда вот тут дверь поюзаем. Лучше, наверное, пистолет все-таки поставить. А то с выстрелами что-то не густо тут. Да, в принципе, пистолета тоже немного. Тут много патронов не бывает. Что-то блокирует его с другой стороны. Нельзя открыть. Ну, понятно. Значит, только на лифте. А, блядь, оценить, как правильно бежать-то ровно. Ну, вот так. Поехали, посмотрим, что там. По идее, я должен быть оказаться сейчас на каком-то складе, скорее всего, где вот этот манипулятор был. Да, где пожар был, я ящики двигал, скорее всего, тут. Тут у нас комната сохранения будет. Он регулирует давление кондиционера. По крайней мере, да, вот комната, сундук, вся хуйня. Тут, возможно, сейчас с боссом будет мочиться. Обычно комнаты и сундуки дают как раз перед схваткой. Так он в тебя попадает. Ну ладно, я понял. Давай, наверное, ленту вытащим, сохранимся. Давненько такого не было. Такой феерии. Гаммы. Интересного контента. В виде сохранений. Странно, почему у меня действительно арбалет не наел. А, блядь. Но если будем лобать за Клэр, то можно будет вдоволь настреляться и с арбалета. Побольше патронов. Это перепишем дело. Дайте, наверное, перекурчик. 3 минутки. Сейчас подойду. We'll be right back.
сразу же дробаш. Это тот. Допустим. Давай. Все? Нет, не все. Теперь все. Где-то вот с этой панели, по-моему, мы должны опустить, наверное, платформу эту. Нет, машина не работает. Тут ни патронов, ни хрена. Блять, вспомнить бы, куда вот этот лифт ведет. Ну пойдем. Смотрим. В колесе этот манипулятор уже не пашет. Включена от сети. Здесь... Бля, я не помню, что тут. Угу. Еще раз люки. А если двигаться с той стороны? Возможно, там уже будет не пройти. Здесь два пути, по верху и по низу. Но ты типа должен все равно оказаться в одном проходе. Там где аквариум, короче. Там где стекла такие большие. Да, тут тупик. Железный мост стал наверху. Ну норм. Тогда нам только сюда. Круг поиска сужается, короче говоря. Вот тут тоже, да, булькает, все работает. Вот эти вот синие штуки, которые горят, тут чуваки, и он прям зверит на них. Ну-ка давай их ножом, вдруг станут. Кстати, я тут бегаю вообще не заряженный. Еще ленту забыл выложить. Никто. Чуваки в виде декорации, короче, тут лежат. Зачем тогда зырит на них? Так, вот это что за хрень? Он регулирует давление масла в мосту. Автоматическое управление не работает. Придется управлять вручную. Прочесть записку. Руководство. Подать масло в 10-литровый бак с тремя цилиндрами. Сохранять стандартный объем масла, если объем масла не равен 7 литрам. Устройство не будет работать, осторожно. Это, короче, уравнение. Надо... Подожди, мы сейчас сюда обязательно придем. Надо рядом посмотреть, что там находится. 10 литров... У тебя вроде 3,5 нарисовано, но нужно получить 7.
А, все, да. Тут больше не вариант. Автоматическое управление не работает. Ну давай включим. Короче, такая же херня, как у нас была с этими пробирками в ремейке. Пятеру залили. И тут перебор. И все. Два раза по три это шесть. И еще пятерок. Не, подожди, тогда девять будет. Того 12. Да. Надо 10, короче, получить. Два раза по 5, наверное, явно не вариант. А, и все, что ли? Это было ради патронов для дробовика. Пиздец. На пистолет все патроны ушли. Закачай эту шляпу, он регулирует масло в мосту. И все. И по идее сейчас мост типа должен заработать. Вот как так? Я до этого сколько патронов спустил, а тут я как-то с тремя выстрелами, да, у меня было 7 и 9. А тут я всех захуярил. Чудеса, да и только. Ну ладно, раз игра так посчитала нужным, не будем спорить. Может быть, где-то эта эмблема все-таки должна всплыть там, я не знаю. Там же пишется про какой-то волшебный металл синего цвета. Давление масла в мосту. И типа он должен теперь доработать. Рычагу. Опустить рычагу.
пойти в обход, то так говно должно сработать. Да, теперь у меня проход появился. Задний, так сказать. Теперь варик надо по низу идти. Пару зомбарей, так, не пошел ты, блять, надо мочить. Ну быстрее тебя, да, конечно, он присел и ебашит. Ты проходишь, блядь, одно и то же, как бы, но всегда с разным раскладом. Когда-то тебе его вообще не замочить, и он тебя коцает. А когда-то получается, блин, троих зомбарей с двух выстрелов заебашит. Как это работает? Вот. Бомбочка сработала. Другие грузы. Чё там, бери вот эту вот хуйню. Карабина, пули. Там еще какой-то красноглазый. Быстрей. Отходим. Вдруг поднимутся. 7 патронов. Может, повезет. Давай сейчас туда заглянем. Где у нас подлодка была, точнее самолет. Угу. А надо ли мне туда? Ну-ка давай посмотрим, что тут вообще есть. Ну да, коротящая панель. Он вообще мне не попадает. По 6 патронов выходит на этих уродов. Не слишком ли дохуя? Почему этот ящик тут стоит? Тогда. Постройство подает электричество крипто. Отключить электричество. Да. Вот как раз 3 эмблемы нашлось. Их надо пердолить туда, аж к лифту. Где развилка? Ебать, как это далеко. Ну, возможно, вот эта вот херня с аквариумом, типа, хода не имеет. Комната.
И нам сейчас просто надо типа далеко назад. Нет, все-таки имеет. Люк закрыт. Похоже, кто-то плавал на этой подлодке. Угу. Ясно. Тогда тут делать нехер. Просто нужно вернуться к лифту, ставить три эмблемы. Ну, там, где галерея, комната сохранений и прочая лабуда. Подожди. Давай-ка мы перезарядимся. Но поставим пистолет. Далеко, далеко шарашить придется. Прям вообще меня к началу почти возвращает. Некоторые моменты чуть побыстрее пробегутся. Так, это получается на площадку, где два зеленых было, возвращается. А там получается через комнату охраны горящую дверь. Так-то понятно, куда идти, но, бля, правда, долго бежать. Ну да, через них ты там бежишь. Хотя можно попробовать. Если бежать через лопу. Просто пытается экономить патроны. Нет. Пизда, они забивают тебя просто. Плюс еще к тому, что он не подачи сильный. Походу придется стрелять. Нет, не то. Но один там уже не попал с одного прыжка. Сука, и за ноги хватает, и все остальное. Ебать, 4 подачи и все. И ты покойник. Не, походу надо отстреливаться. Их не замочить. Ну, точнее, их не обижать. Ну, меньшей кровью отделался. А, разок долбанули. Ну ладно, в принципе, там
Бля, ну по дороге там тоже сундуков никаких. Ладно, поспорим. Так-то хилки есть в запасе. Конечно, вообще шикарно. В кавычках, естественно. Полная жопа. Стрелять нечего. Так, отсюда. Да, вот сюда. Что-то добавилось, по-моему. Нет, нормально. Так. Надо налить. Ну, по-моему, налить ближайшая дорога. Вроде так. Нет, не так. На лифт можно попасть только через вторую лестницу. Сука, ну чем тебе не метроидвания так-то, да? Кстати, дроид куда-то пропал, который лазером своим светил тебе в ебло, и зеленые прибегали. Так, запихиваем сюда это говно. Раз. Два. Три. Похоже на какой-то рычаг опустить. Ну давай. Допустим. Угу. Сейчас мы заодно еще и патронов возьмем. Ну и пожалуйста, эта херня тут двигается. Так, а что он не взял-то? Кстати, да, для экономии места можно сейчас зел траву долбануть. Все, тут больше ничего, заначки нету. Все, ок. Давай, наверное, мы сохранимся. Все равно пленки до хрена лишней. Таскай ее к тому же с собой. Тут уже хрен знает сколько вообще выложить. Забыл, сколько инвентарь занимает. Можно десятую вот переписать. Это... Кстати, а их нужно выковыривать обратно? Нет, они, видимо, уже не пригодятся.
Все, полезли. Естественно, спуститься вниз. Но что ты меня спрашиваешь? Такие глупые вопросы. Дверь закрыта, если вообще это дверь. Ну да, это дверь какая-то. Короче, мы таким образом сейчас выйдем на герб. А, блядь. Какое все кривое, а. Гранаты. Да, берем, конечно. Пока пауки там заглючили. Весь варик от них просто съебаться. Че, ну да, и че нет. Вот я на эту как раз, на эту лестницу и на вот этот мостик я смотрел сверху, когда там мост обрушился. Не мост, а часть этой херни всей. Есть ли у меня место? Давай, наверное, для экономии. Мы возьмем вот синюю траву, соединим их, или две зеленых. Давай две зеленых, наверное, смешаем. Вот так. И возьмем синюю и зеленую и тоже смешаем. Потому что отравление все равно когда это наступит. Можно будет заодно и полечиться от отравления. Ну, бери. Тупик стоит, смотрит на ней. Так, мешаем. Все, у меня только одно место осталось. Чучело. Он еще электрический. У меня кроме добавка ничего серьезного нет. Гранаты как бы не зря мне давали, но у меня для гранатомета с собой не оказалось. Ну иди сюда. Да видимо, я в него не попасть. Ладно, пока хотя бы арену поизучаем, что можно сделать. Да особо-то нихуя так его не делать. Он будет герб охранять, он отсюда вряд ли выйдет. Так, может, есть хитрость какая-нибудь. Вообще не туда.
как-то чуть-чуть, а один выстрел у него попал из трех. Патроны, чтобы не проебать, подберемся к этому педику, утащим у него герб, и пусть он там себе тусуется и бьет там током сколько нужно. Не вижу смысла по нему стрелять, если герб можно забрать и так. Таким образом, экономия патронов. Пока он куда-нибудь свалит подальше. Ну, допустим. Раз урон. Два урон. Ну, он быстрее делит, как он успеет. У тебя уже нет ног. Заебись. Блять, эта пленка мешает. Ну ебаный по голове. Короче, либо лишаться двух патронов. То есть 7 патронов, короче, выстреливать. Ну тут я, короче, попадаться. Тратит 7 патронов, чтобы поместился геб в инвентарь. И у тебя по выходу из битвы с этим уродом у тебя еще одна, ну, две двойные зеленые травы, короче, тратятся. Так вот же ж нахуй. Не, подожди. Давай-ка его постреляем тупо. Ну, все патроны, что делать. Блять, я выполнил лифт, не надо и бегать. Ну, точно три штуки. Стой. Вообще было бы нормально в последнюю очередь эти патроны брать. Ладно. А у меня не стоят. Ну, точно. Да, раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь. Залежаемся. Одно место в инвентаре есть. Окей. Раз подальше. Бери зимой-то. Да, блядь. Ого, достает. Yeah.
это получше пройти, я думаю. Внимание. Так, и что в итоге получилось? Ага, вот так. Текстура. А может быть, когда это говно ему налить? Вдруг сработает. Не стоит применять. Ладно, пожалуйста, блядь. Чуть лучше. Ну и все, и до свидания. Так, текстуру мешаем вот с этим. Алибарда. Все, внутри почище. Там у нас пару паучков еще. Надо бежать. Все по здоровью. Ну, тут на одну зеленку, в принципе. Попал только и все. 15 патронов тут, это, ну, экономия, экономия. Ну, вот. Не очень. Кирилл, лайк, счет уже вез отличного стримчика тебе. Спасибо. Здорово. Спасибо. Ну вот, их можно оббежать, вообще не используя патроны. Аккуратненько, да и все. Теперь надо вспомнить, где эта алебарда вставляется. Так. Короче, надо в в помещение, там, где у нас танк. Это получается от лифта. Стой, по-моему, даже тут. Нет, это первый этаж. А нам надо на второй. На второй и спуститься на платформе и пробежать через пауков. Сейчас и будет. Я буквально тут минут 15 есть. Я думаю, уложимся ставить алебарду. Ну как это саламандру водяную замочить, я что-то так и не понял. Тупо ее ракетами закидывать, пока она не подохнет. Так, блядь, тогда патронов на ней не напасешься тупо. Блядь, какое кривое, сука, управление, а. Мотыляется с стороны в сторону. Ну, единственное, что плюс, что иногда это помогает от врагов съебаться. Но не часто, в основном мешает. Все, поехали. Пару пауков, кстати, там комната сохранения еще по дороге. Сейчас мы там наконец-то эту ленту выложим, блядь, ну тебя-то только не хватало. В очко пошел, видишь, они промахиваются. Криво бежишь, скажем так, не по сценарию, и он тебя не попадает, потому что у тебя руки кривые. Игра, наверное, не готова к этому. Так, вот это можно выложить, в принципе. Может быть, это пока что не понадобится. Ага, у меня таких гранат еще не было. Ну, как бы были, но не пользовал. Нож. Мне кажется, уже не будет такой возможности особо ножом попользоваться. Или пусть тусуется.
Ладно, пусть будет. Стоять. Давай подхилимся, что не зря я на хилку сэкономил. Чтоб, так сказать, в новую дверь с чистой совестью. Все, порушечно. Пускай здесь будет сохранение, ничего страшного. Наконец-то эту ленту выложу, которая охерительно просто мешает. Но тут пускай тусуется. Да хер знает, в принципе, побегаю с ножом, иногда, очень редко он выручает. Помогает сэкономить патроны. Но не часто. Пока пауки меня не догнали, надо алебарду эту сраную запекать. Кстати, на компанию Криса меньше катсцен идет. Ну, я имею в виду, что они редко проходят. За Клэр они задолбались этой херней. Держись, Клэр. Я спасу тебя. Ты чё, он типа тоже за ней в Антарктику полетит? Ебать, мой хули. И самолёт он вводит. И с зомбями отправляется. Прям универсальный солдат. Да, короче, он тоже прилетел в Антарктику. Я понял. Ни хера не вижу. Это дверь? Нет, не дверь. Это просто мыло. А вот это, походу, дверь на третий этаж. Скорее всего. Там же у нас в Антарктике три этажа. С одного вот сюда. Клэр не могла попасть. Охуела, что ли? Ты чё, чучело, блядь? Ну, спрячься. Все, иди домой. Вот у нас вертолет Клэр. Ладно, это, наверное, совсем другая история. Будем на этом стрим заканчивать. Всем спасибо за просмотр. Максу отдельное спасибо за поддержку. Ну и подписывайтесь.